Сегодня получили собачий маникюрный набор. Так он выглядит. Прибор, вернее, прибор, да. И как она будет реагировать, вот такая собака, сейчас посмотрим. На маникюр. Он должен точить когти, и собака должна абсолютно к этому относиться индифферентно. Или ей даже нравится. Ну, посмотрим. Так, ложись. Вот, ложись, чулечка. Да, молодец. Да. Хорошо, да. Когти огромные, во какие. Да, покажи ложись, когти ложись, свои. Ложись. Покажи, во какие. Давай. Ужас, как у крокодилицы. Да, молодец. Итак, первый опыт. Только держи его, коготь. Стой. Молодец. Да, да. Как наш Дак, короче. Молодец. Молодец, молодец, да. Давай, ложись. Маникюр, давай. Ну а все нормально, и не больно, и не страшно. Молодец, ты моя зязенька, да, молодец, сюда. Заряжается по USB, кстати, не какой-то там особый. Все, молодец, какие большие когти у нас тут. Вон они какие большие, вот какие большие когти. Как у дракона. Да, надо их подключить, да, маникюр. Работает тихо. Я вообще не слышу. Лежи, Джуль, ложись. Нормально она себя чувствует. Молодец. В общем, для собаки это все проходит достаточно и безболезненно, и не страшно, и удобно. То есть чикать, когда не знаешь там чего, заденешь какой-нибудь там нерв или еще что, не страшно, а вот это нормально. Так что, в принципе, советовать можно. Действительно работает. Мы тоже по советам купили. По советам друзей. Молодец. Вот это коробочки. Да. Инструкция небольшая. Вот так. И где купить? Ну, а где еще? Вот так. Маникюр. Вот такая замечательная вещь. Будем пробовать. Сегодня день обучения. Сегодня мы полностью точить, конечно, не будем все когти. Постепенно за недельку выйдем, наверное, на все когти.